хороший Тимур. Не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся. Вот толбте, ба, толбте. Сразу толбте. Пока. Уйнакна. Бери за шпирку. Норика, не бери сам за шпирку ее. Все. Давай, завязывай. Завязывай, Норика. Просто гуши мои, бай, бабаку. Внизу еще Норика. Деба, то ли сараш гуфт. Там он пьет. Норик, надо через низ нужно было. Внизу завязывать. А потом залить. Ну смотрите, смотрите. А у тебя без тачи тасмашка. Без тасмашка. Ля клетка нужна. Сейчас. Так, надо сажаем. Сейчас он подъедет сюда. Сейчас ребенку еще очень плохо. Не бойся. Ты девочка или мальчик? Глазки светлые-светлые, хорошие. Очень сильно кричала. Очень сильно. Поступило несколько звонков, что на улице кричит хаска. И мы пошли. Вызвали такси, ребята, и поехали. Другого выхода нет. Такое ощущение, что ребенка просто ударила машина. Потому что это не похоже на драку. А ран нету, только разбито ухо. И болит плечо у нее. Она не встает на вот эту сторону. Пока, ребята, вот такие новости. Чуть позже скажу более подробно. А пока пусть ребенок придет в себя. Да, моя солнышко? Кушать она отказывается, хотя мы положили ей ребрышки. Водичку тоже поставили. Но я надеюсь, ребята, ей сейчас станет легче. Кушай, солнышко. Кушай, моя золотая. Попробуй, маленький мой. Это ребрышко вареное. Умничка моя. У ребенка просто был сильный удар и шок. Я не вижу опухолей, я не вижу отеков. Кроме крови на шее и на груди, но эта кровь натекла из уха. Все остальное я смотрю вроде бы нормально. Смотри на меня, зайка. Посмотри, мое солнышко. Все хорошо. Девочка моя. Ты ведь девочка. Красивая маленькая девочка. Все, шок прошел. Да, больно, двигаться больно. Но я очень надеюсь, что все будет получше. У ребенка поломан таз 100%, потому что она жутко кричит, когда пытается встать. А я впервые не могу помочь сразу. Мне отказались помогать в долг. А собирать деньги, чтобы просто отвезти ребенка в стационар, это жутко и страшно. Я сейчас делаю, что могу. Но надеюсь, успею. Девчонка очень хорошая. Хорошая. Ласковая, хорошая девочка. Да, разбитое ушко. Она вся в крови. Но ничего. Все, надеюсь, будет завтра хорошо. Завтра должно быть все-все. Малышка, у тебя там болит. Прости, я нечаянно. Напугала меня ребенок. Я нечаянно, зайка. Я нечаянно, солнышко. Я не буду трогать лапку. У тебя болит лапка. Да, у тебя болит лапка, но главное, что нет отека, нет опухоли. Друзья, мы не можем вылечить ни одно животное без вашей помощи. А другой помощи у нас нет. Вы знаете расценки ветеринарных услуг. И только все вместе мы можем помочь раненому животному.